Эксперты раскритиковали идею объединения или укрупнения российских регионов, о том, что действующий принцип административного хозяйственного деления субъектов в России является неправильным, заявил вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин. Но вот по его мнению, ряд регионов имеют достаточные источники доходов для самообеспечения в виде нефти и других полезных ископаемых, но есть и те, кто на протяжении десятилетий страдает от дефицита бюджетов, который нечем восполнить. Альтернативой действующему принципу деления Марат Хуснуллин назвал создание агломерации. Эксперты уже поспешили раскритиковать заявление вице-премьера. По мнению большинства из них, объединение не решит макроэкономических проблем государства и дефицита инвестиций. У России есть две базовые проблемы. Никакой экономический рост, очень медленный. Да? И вторая проблема – очень плохой институциональный климат инвестиционный. Это проблемы, которые замедляют развитие страны. Административные изменения, сетки, эти проблемы не решают вообще. Ну вот, в самом правительстве опровергли планы по объединению регионов. Там попросили журналистов считать заявление Хуснуллина не как официальное, а как личное мнение чиновника. Сейчас в России 85 субъектов федерации. Последний раз их количество менялось в 2014 году после присоединения Крыма и Севастополя.